Коттеджный поселок Архангелово получил официальный статус – квартал. А на самой территории теперь есть улицы. На Фонтанной, Аллейной и Бульварной уже поселились первые жители. Марина Михайловская переехала в Архангелово несколько дней назад. Еще не все вещи разобраны, но прогулка по собственному участку – не менее приятное занятие. То, что поселок находится в черте города Клин, но в то же время он окружен лесным массивом, это является немаловажным плюсом. Здесь чистая природа, пение птиц по утрам. Соседи в их дуплексе уже тоже живут. А на предстоящие праздники в этом доме будет еще больше людей. Гости приглашены не только на новоселье. Новый год мы будем встречать в новом, теплом, светлом, просторном доме. Семья Александра Маршалка переехать до Нового года не успеет. Но отделка их коттеджа идет полным ходом. Еще немного, и они тоже справят новоселье. Человек имеет возможность приобрести или же участок с подрядом, то есть человек должен вот построить тот дом, который здесь на плане, скажем так, по этим размерам, в цветовой гамме. И здесь также есть участок, который без подряда. Поэтому мы выбрали именно участок без подряда, старались придерживаться по цветовой гамме, по архитектурному стилю, вот, и чтобы все-таки он был похож, не очень отличался от других домов. Александр из тех, кто устал от городской суеты, но при этом ценит удобство и комфорт. И поселок Архангелово всем этим запросам отвечает. Мы ждем, не дождемся переехать и построить дом своей мечты, как хотели. Единый стиль – это европейский уровень планирования территории. Совсем недавно на Фонтанной улице поселка Архангелово было закончено строительство еще 4 коттеджей. Поселок живет, поселок развивается, поселок строится. Сделано немало в этом году относительно строительства домов. Есть перспективы обустройства самой зоны фонтана на следующий год. Планы грандиозные. Марина Анциферова, Олеся Торбенкова, Максим Зазулин. Новости дня.